пока мои молодые коллеги подтягиваются, которые приехали, так же, как и я, с огромным желанием, нас в дорогу позвали добрые чувства, чувство любви Таджикистана, чувство любви к моему юному другу Джарабеку, народному артисту, которого мы все любим. Меня зовут Иосиф, фамилия моя Кобзон. Давайте познакомимся. Я должен представиться. А теперь я предлагаю рюмки и бокалы наполнить. Пожалуйста, у кого что есть. И давайте начнем нашу встречу, праздничную, юбилейную встречу. Здравица, честь нашего дорогого, выдающегося артиста, вашего земляка Джарабека. Прошу рюмки и бокалы поднять. И давайте стоя выпьем за нашего юбиляра. И приводим его и его очаровательную супругу к столу. Ваши аплодисменты его супруге, очаровательной женщине. Вам предстоит сегодня большой вечер в честь Джарабека, потому что каждый из нас, к вам приехали мои коллеги и Юрий Антонов, и Александр Серов, и ныне чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России, народный артист республики Полат Бюльбюль-Оглы. Так что приготовьтесь к хорошему, доброму вечеру в честь вашего земляка, в честь нашего большого друга Джарабека. И будем чествовать его вместе с ним чествует всех хороших людей в его лице. Пожалуйста, присаживайтесь. Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи осенние я могу о любви говорить. Можете повторить? Но зато в эти ночи осенние я могу о любви супруге. Ты не думай, что он невнимательный, что цветы не бросает к ногам. Он тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдал. Он тебе поверьте, у нас не концерт, у нас музыкальное поздравление, поэтому я просто буду подходить к столам и спрашивать, может быть, кто-то хочет услышать свою любимую песню какую-нибудь, мы с удовольствием ее для вас исполним. А сейчас я все-таки хочу как-то вас объединить, ну, скажем, вместе мы. Как здорово, что все у Джарабека собрались. Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо.
заката костер меж сосен пляж. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись. Джурабек. Я в сентябре месяце отметил свой юбилей. Мне исполнилось 75, так что он просто юный друг. Мы сегодня отдыхали, гуляли, нас гостеприимно принимал Таджикистан. И я говорю, как-то незаметно в годы подошли. Никто не обращал внимания. Вот я вспомню, совсем мальчишкой вы сейчас встретили аплодисменты Юрия Антонова. Вот он там еще. Он специально, должен вам сказать, он специально опоздал, чтобы ему отдельные аплодисменты достались. Да. Ну ты не волнуйся, а я специально пришел первым, чтобы мне первые аплодисменты достались. Так что каждому свое. Вот. Мы вспоминали сегодня те счастливые годы, когда у нас была великая держава. Мы приезжали, я ежегодно приезжал в Таджикистан, выступал здесь. Я очень люблю этот народ, трудолюбивый, талантливый, своеобразное творчество. Сегодня выступали ваши артисты перед гостями, пели свои национальные песни. И я сказал, Господи, какое счастье, что в Таджикистане не забывают свой язык, не забывают свою музыку, не забывают свои песни. Джурабек, вы садитесь, вам еще предстоит сегодня. И вы знаете, я вспомнил ту песню, которую хочу сейчас посвятить Джурабеку в самом начале нашей встречи. Она очень серьезная. И называется она «Моя Родина». Люблю Украину, Байкальский остров.
Народ недисциплинированный, но я не виноват, что я уже по возрасту обязан быть дисциплинированным. Я буду ходить по столам пока. Так, за этим столом есть желание услышать какую-нибудь песню? А вы пока думайте за другими столами, я ко всем подойду. Отсюда к родному дому.
Спасибо. У клавиши мучается народный артист России Алексей Евсюков. Наконец-то заметил еще одну звезду, которая прилетела в Таджикистан. Народный артист России Александр Серов. Извините, что мы начали выступление. Мы не знали, придете вы или нет. Саша, вот там. Стол. Валерий Михайлович, в связи с тем, что вы пришли, а мы уже здесь хорошо проводим время, я вам даю микрофон. Поздравьте, пожалуйста, своего друга Джарабека. Я, правда, оговорился, я сказал своего друга, нашего друга Джарабека. Добрый вечер, дорогие друзья. Дорогой Джарабек, мы с вами знакомы уже почти 40 лет. В 75-м году мы с вами познакомились, и с того времени наша дружба продолжается. Джарабек, вы необыкновенный человек, Всевышний, природа. Родители ваши наградили вас великим талантом. И с того времени вы несете людям счастье, удовольствие и радость. Вы доставляете радость для очень большого количества людей в нашей стране, в Таджикистане. Вас знают далеко за пределами Таджикистана. У вас уникальный голос. В вашем репертуаре более 1000 песен. Из этих 1000 песен 300 вы сами сочинили, спродюсировали. Вы в достаточно молодом возрасте стали очень заслуженным человеком. В 25 лет, если мне память не изменяет, вы стали заслуженным артистом Республики Таджикистан. В 32 года вы стали народным артистом Республики Таджикистан, а в 37 вы уже стали народным артистом СССР. Это говорит об очень многом. Дело в том, что не очень многие люди в таком возрасте достигают такого феноменального успеха. Вы являетесь человеком, который в достаточно раннем возрасте, когда мне вообще не снилось, объездили почти весь мир. Вы были в Бангладеше, вы были в Пакистане, и в Афганистане, и в Австрии, и в Италии, и в Болгарии, и в Америке, и везде, и в Индии. У вас очень уникальные знакомства, вас боготворят на самом деле во многих странах мира. И вы тот человек, который обладаете уникальностью еще в том плане, что, несмотря на то, что в раннем возрасте вы стали таким великим, не побоюсь этого слова сказать, вы сохранили вот человечность и очень большую скромность. У вас замечательная семья. Вы стали обладателем золотой медали в Японии. Вы стали человеком, который достаточно в молодом возрасте стал лауреатом премия Ленинского комсомола, стали лауреатом государственной премии «Рудаки». Это очень большие награды. Джарабек, вот вы очень успешный человек в жизни, но эта успешность, она не является вот очень легким достижением у любого человека. Это громадный труд, очень большое трудолюбие, и вы этими уникальными качествами обладаете. Я хочу от всего сердца поздравить вас с этой большой датой, юбилеем. У вас очень замечательная семья,
замечательные дети, замечательная жена. Дай Бог, чтобы у вас в вашем доме всегда было счастье, радость, благополучие, чтобы вы от своих детей, внуков видели всегда то, что вы хотите видеть. А мы будем гордиться тем, что у нас в друзьях есть такой близкий друг и такая безупречная, хорошая семья. С днем рождения вас, Джурабек! Займите, пожалуйста, свое почетное место. А я хочу, перед тем, как я передам микрофон моим коллегам, которые уже рвутся к этому микрофону, я хочу пожелать и присутствующим здесь, и отсутствующим счастья, благополучия, достойной жизни и, самое главное, мира этой земле. Мира, цветущей земле. Дай Бог, чтобы здесь звучали только песни победы. Пусть всегда звучат песни победы в Таджикистане. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мы не все босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Джурабек, а вам я хочу сказать вот что. Я проходил ваш юбилей 5 лет тому назад. Я знаю, что это такое.
не думайте и не сомневайтесь. Как-то в 60 лет я решил, что я уйду со сцены и прекращу петь. Но не смог, потому что это наркотик, наша с вами сцена. Мы не можем без нее. Поэтому я хочу вам пожелать одного. Верьте в жизнь, любите жизнь. И знайте, что вас всегда хотят видеть, хотят слышать. Поэтому отдавайте себя целиком людям, а люди вам отплатят всегда взаимностью. Любите жизнь. Да здравствует наш друг Джурабек, ура! Джурабеку наше троекратное 3-4. Ура! 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 Ну, а микрофон? А микрофон я передаю в порядке поступления, как говорили в Советском Союзе. Следующим на этом ковре появился замечательный народный артист Александр Серов. Правильно сказал, но дело в том, что мы немножко перекорректировали программу. Сейчас выйдет сын нашего юбиляра. Где он, кстати? Жанибек. Где он? Вот он идет, и он должен спеть 4 песни папе персонально. Пожалуйста, тебе микрофон. برنامه سرکنیم دوستان عزیز منم ادا کردم شما بخیر خانمان و جنوبان добрый вечер дорогие дамы и господа امروز روزی تاریخی است روزی بسیار جالب روزی میلاد شخصی که نامش زندگیش هنرش جهانی است Сегодня поистине замечательный день, так как именно в этот день отмечает свой 70-й день рождения личность мирового авторитета и человек с большой буквы Джурабек Муродов. Джурабек Муродов, шахси пуровоза, шахси пурдагдага, хунарманди мардуми итиҳоди ҷамоҳири Шӯрави социалистӣ, хунарманди мардуми Ҷумҳури Тоҷикистон. барандаи ҷоизаҳои давлатӣ ва ҷоизаҳои байналмилалӣ. Ҷурабек Муродов воқеан шахсияте ҳаст, ки ҳар як нафар, балки садҳо нафар мехоҳанд лоақал як бор бо ӯ салом кунанд. Лоақал як бор дар тӯли зиндагӣ ӯро аз пеш бубинанд. Яъне ману шами, ма ва ҳамаи шумо хушбахтарин инсонҳое ҳастем, ки ин замон ин устоди азизро мебинем. Джурабек Муродов является народным артистом СССР, народным артистом республики, а также лауреатом многочисленных государственных и международных премий. Этот человек очень уважаем не только у нас на родине, но и за рубежом. Рядом с ним мечтают стоять и просто пожать ему руку тысячи людей. И я, Сорзу, не исключение. С днем рождения, Устод! Табрик мекунем ва ҳамаи меҳмонҳои азизро, ҳамаи дӯстонеро, ки аз дигар кишварҳо ба ифтихори чунин рӯзи таърихӣ, чунин рӯзи муборак ба пойтахти Тоҷикистони азиз, шаҳри Душанбе қадам ранҷа доштанд, самимона ва хеле тоҷикона хуш омадед мегӯем. Мы приветствуем всех зарубежных гостей в нашей столице, городе Душанбе, на дне рождения Устода Джурабека Муродова. ва дар ибтидо ҳатман ки мо миннатпазири аҳли нишаст меҳмононро ба оғои Кабзон, ба ҷаноби Кабзон мерасонем, зеро базмро онҳо шурӯъ карданд. ва ҳоло бошад мо атрофи зиндагонии устод ҳарф мезанем, ки дар масири зиндагиаш устод Джурабек Муродов ба эҷодиёти фарзандонаш низ таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. ва ин замон боиси ифтихор ва боиси аҳсанхонист ҳунари Ҷонибек Муродов. Ни для кого не секрет, что Устод Джурабек Муродов также является и прекрасным отцом, давший прекрасное воспитание.